Все управление на станции ведется через лэптопы. Вот сейчас я вам покажу лэптоп служебный, на котором обозначается зона связи. Вот то, что вы видите, зеленые квадраты, это означает полная зона связи. Но они бывают не всегда, к сожалению. Но как бы большую часть времени, процентов 70 витка, который длится 90 минут, связная зона у нас есть.